Вчера, 16 апреля, проходили последние приготовления к самому важному христианскому празднику Пасхи. Был украшен собор Святого Петра и площадь. В час дня собор закрыли для проведения контрольной репетиции, а сегодня Пасха. Я хочу поздравить всех вас, дорогие мои, с католической Пасхой. Желаю вам, чтобы Господь направил нас на правильный путь, проявлял к нам милость, защитил от войны, бед и болезней. Пусть в нашей семье, в которой много национальностей, будет править разум, любовь и спокойствие. Желаю вам счастья для души, здоровья для тела и безмятежности для разума. Пусть Бог всегда будет в вашем сердце, и во всем Он будет вам поддержкой и опорой. С Пасхой вас, дорогие друзья! Обнимаю вас крепко-крепко, какой бы вы национальности ни были. Мы все братья и сестры на этой планете Земля.